видео приглашаю Джушаев Абдукадыр, Узбекистан. Приглашается боец «Красный угол», представляющий клуб «Гладиатор», Республика Таджикистан, Насреддинов Акбар. Рефери в октагоне Гребнев Александр. Ну, я середину спортсмена. Парни, внимательно работаем по раунду по 3 минуты. Все знают, что это раунд. Внимательно слушаем мою команду, правила не нарушаем. Честно, красивый бой. Руки пожали. По углам. Ожидаем хорошего, интересного боя. Джушаев Абдухат, Узбекистан против Акбара Насреддинова, Таджикистан. Поприветствовали бойцы друг друга. Сразу же Акбар пытается с хайкика проверить защиту оппонента. Мощно так саживает на коротке сейчас Абдухат ему. Фронт-кик. Мох, какой мощнейший удар сейчас нанес Акбар Насреддинов. Это нокаут. Да, это нокаут. Вовремя очень вмешался Александр Гребнев. Пока ущерб здоровью там не случился спортсмену из Узбекистана. Точный, четкий выстрел снайперский, прямо скажем, удался Насреддинову Акбару. Расстроен, конечно, Абдухат, он сразу же пришел в себя, но остановка боя была более чем правомерной и более чем вовремя, потому что там пошла добивающая серия, а задача рефери в ринге именно спасти здоровье спортсмена. И Александр Гребнев сделал все очень четко. Ну что ж, поздравляем Акбара Насреддинова с такой яркой, быстрой победой. Из красного угла Насреддинов Акбар. Ну, не расстраивайся, Джушаев Абдухаду, конечно, надо. Это все-таки был нокаут. Желаем ему быстрого восстановления и быстрого возвращения.